Валиде, я иду к повелителю в его покой. Ему от вас ничего не передать? Щурэм, я не дам тебе встать между мной и сыном. Неужели ты этого не поняла? Тогда сами объясните ему, почему вы выбросили из собственных покоев любимую мать его детей, Валиде. Госпожа, как она смеет с вами так говорить? Надо что-то делать. Она хочет поговорить с сыном, чтобы получить свои покои обратно. Повелитель еще не вернулся. Иди, позови ко мне Махидевран. Нельзя терять время. Пошли кого-нибудь в охотничий домик, пусть там все уберут. Я лично за всем прослежу, Бей. А! Как поживает принцесса? Она здорова, надеюсь. Госпожа. Балибей, как поживаете? Молюсь о вашем здоровье. Если вы пришли к повелителю, то его тут нет. Как? Где он? Он вернется поздно. Он в охотничьем домике, госпожа. Надеюсь, все в порядке? Что случилось? Принцессу Изабеллу укусила змея. Ядовитая змея. Она умерла? К счастью, повелитель был в этот момент рядом. Он лично ее спас. Значит, ее спас повелитель. Что ж, повезло. Хорошо. Здесь. Принцесса, вам нужно отдыхать. Не уходи.